Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, сюрприз. Что там за сюрприз? Заразительная сальса решила оценить колоду «Экзотический ливень» и начинает игру с кошатницей. Отправьте питомцев по домам, воспользовавшись колодой «Вспышки на солнце» и «Зернопокалипсис». «Зернопокалипсис», то есть я буду играть за «Вспышку на солнце» против заразительной сальцы. Щет. Что-то как-то тут. Ё-моё, ну нафига вот это-то? Да ну. Блин, горелый какой-то, а? Она же сейчас меня заколбасит, я больше чем уверен. Это заразительная сальца. Она вещь что-то вытворяет. Еще вытворяет. Микс. Твою налево. Ну давай так сделаем. Сейчас, конечно, навтыкают нам тут по полной программе. Ага. Допустим. Ничего себе. Вот это фокусы. Блин, три в лицо, конечно, неприятно. Две единицы урона всем, да? Ну ты-то еще куда лезешь-то, а? Блин, явился, не запылился. Сгори. Опять за свое, а? Такс, что у нас отдает? Если вы получили хотя бы 6 единиц, ага, тяньте карту. Я, наверное, сделаю все-таки вот так для начала. Банан. Ну, давай посмотрим. Допустим, поставлю сюда банан. Так, банан. Блин, такое ощущение, что он что-то там мутит, что-то хочет сделать. Вот только что он там хочет сделать? Не подобьет ли он мне банан случайно сейчас? Безумие ставит. Давай я так, наверное, сделаю. Кактус. Блин. Сейчас еще кого-нибудь вызовет. Именно, ну... Нафиг. Погнали. Мне не нравится вот этот ландшафт. У меня почему-то ни одного ландшафта нету. А почему он сейчас ничего не стал делать? Давай я так сделаю. Просто хочу посмотреть, что он там сейчас придумает. Еще ландшафт с безумием. Такс. Это меня уже начинает настораживать, если честно. Хм.
Блин, вот, вот что у него там на уме? Что он там может поставить? Давай вот так вот сделаем. Просто хочу проверить, друзья, что он там будет сейчас клепать. Наносит 2 единицы урона всем. Ага, у него, значит, капелька есть, да? Нету. Интересно. Так, тебе крышка, парень, тогда получается. Я ведь прав? Да, на все 100% я прав, друзья мои. Все, до свидания. Ну что, прошли мы с тобой ежедневные события, а теперь... А теперь будем играть. Проходить, точнее, ежедневные задания. Так, небольшое безумие. Нанесите 20 единиц урона героям розой. Выиграйте 2... А, разыграйте 2 растения на воде. Так, нанесите 30 единиц... Понятно. Значит, нам нужно сыграть за розу. Ну что, придется мучиться. Роза так роза. Эх, вспомнить бы, что у нас там с розой творится-то. Угу. А у этой розы у нас она как-то и на хилах. Что за роза такая? Непонятная. Ну давай попробуем. 20 единиц урона нам нужно нанести. Поехали. Как мы сейчас будем это делать, мать брожу? Против заразительной сальцы. Да ёк-макарёк. Ну что это? Ну что это? Я не знаю, ребят. С картами, как всегда, у нас проблемы. А есть ли смысл замораживать? Я думаю, что нету. Угу. О, как. Что-то мне подсказывает, что у него... А что у него есть тот самый удар, про который я... Сейчас проверим. Потратит? Значит, хорошо. Не потратит? Ну, значит, не потратит. Будем мини-обмен делать? Давай. Сделаем обмен. А я не могу. Кого он сейчас сюда поставит? Он поставит кого-то сюда. 100% тебе говорю. Дилемма. Значит, я сделаю, к примеру, вот так вот. И вот так. Смотрим. Так, у него, по-моему, на танцах, да, друзья мои? Все на танцах. А я так и знал, что у него будет. Будет этот. Так, он потратил, что у него? Теперь ничего не осталось, получается. Опять плевальщица там, да? Ну, скорее всего, плевальщица. Ну что, давай, наверное, сделаю вот так вот. Ну и, наверное, вот так. Ага.
Защита сработает же? Так, точно. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Так, он задумался, я тоже, ребят, задумался, что мне делать, если он опять сейчас вызовет надгробие. А если два? Нет, он вот так вот решил сделать. Поехали. Чисто формально сделаем. Ага. Так, ну что мы здесь можем сделать? Выкинуть... Ее, я так понимаю, да? Или как нам сделать-то тут? Блин, немножко не так сделал. Ладно, тут нам, конечно, сейчас влетит. Влетит, друзья мои, по полной программе. У него мишень, он сейчас будет наносить атаки. Без накопления мне... Ты понял, чего, да? Где заморозка? О, сейчас кинет. Сейчас еще одного поставит, и все, ребят. Проиграли. Заморозки не было. Ну, точнее, эти появились, когда у меня уже нет карт заморозок. Все. Да, все выполнили, кроме как нанести 20 единиц урона. И груши не было. Давай попробуем еще разок. Нифига себе. Против заморозга. Ну что опять вот... Вот как они представляют вот это вот все? Ну что я тут? Не знаю, ребят. Слушай, а он что, на животных? Давай так сделаем. В козла. Если он сейчас на животных будет играть, то... Это будет невыгодно. Давай подснежник поставлю сюда. И он, наверное, понял, да? Опачки. Прокачал. Он же будет прокачиваться за каждый урон? Да. Точно на животных, ребята. Перемещает, ну, перемещает. Такс. Угу. Йети. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну что, наверное, так вот сделаем? У меня все равно другого варианта пока нету. Где заморозки? Где мои капельки? Ребята, вот что меня сейчас интересует.
Ну вы серьезно, что ли, блин, ну... Ну где заморозка-то? Ну серьезно, ё-моё. Пипец, короче. Ну а что я могу еще сделать, ребят? Ну, больше мне ничего не остается. Твою налево. Дайте мне одну заморозку. Нафиг, нафиг тебе нужна эта заморозка. Перебьешься, блин, без заморозки. Сейчас своего козла будет прокачать. Нет, он вот этого прокачал. Называется, не фартит нифига. Ну вот это что такое, блин, а? Я в шоке, ребята. Просто, я просто в шоке, блин, от того, что вообще нету. Ну и что это мне дает? Да ничего мне это не дает. Я умываю руки, это пипец просто. Всякую шляпу дают, но не то, что мне нужно. Понимаешь, не то, что мне нужно. Что это за роза, ё-моё? 4 капли есть. Плюс этот. Ну, зачем? Зачем мне это все выдавать? Мне не надо. Роза на заморозках называется. Так, друзья, ну что, давайте попробуем ежедневки, так как у нас быстро прошли. Попробуем немножечко поиграть. Так, что у нас тут? Ну, давай попробуем за мозговую атаку сыграть. Посмотрим, что у нас из этого вообще получится и против кого, самое главное, будем играть. Тут до полтинника-то, в принципе, осталось, да? 4 уровня получить и все. Ну, 4, я имею в виду 4 разряда. Такс. Капитан Огонек. Окей. Ну, что он будет? Будет. Ну, 100% будет, наверное, усиливать, насколько я могу понимать. Скорее всего, так. Будет прокачивать свою эту фиговину. Нам нужно будет ее как-то можно... Как можно быстрее уничтожить. О, даже как сделал. Бонусная атака, интересно, у него есть? Нету, я не знаю, ребят, если честно. Знаю только одно, что можно попробовать вот так сделать. Но если у него сейчас есть, ну ты понял, да, бонусная атака, то, конечно, этот фокус не сработает. И есть у него бонусная атака, он ее тратит, но
Зато теперь ее больше нет у него. Отлично. Давай вот так вот сделаю. Опачки. Кто тут появился? Ты смотри. Нам придется сюда ставить надгробие. Да-да, придется надгробие ставить. Я надеюсь, что у него нету никакого там. Давай так вот сделаем. Но он может сюда поставить, например, этот комочек, скажем так. Так, ну что? Ну, наверное, бомбанем, да? Так. Давай я вот так вот сделаю. Шесть хп у меня. Поставить мне больше нечего. Единственное, что... А где у него банан? Ага, вот у него кто. Так. Ну все, ребят, по-моему, тут нам карантарики будут, да? Погнали. Пять и два, да? Получается, сделаем так. И вот так. Там посмотрим, кого он поставит. На воду может кого-то облепить. Твою налево, блин. Конечно, лучше бы ты сюда попал. Сейчас будет карта набирать. Да уж. Ну, если что, мы поставим с тобой вот эту штуку, пробьем насквозь. Хотя он может этого мне уничтожить и сюда поставить любого гаврика. Сейчас начнет заклинашки, да, применять. Погнали.
Ну что, тогда крышка ему, ребят. Я, честно говоря, переживал, что он сейчас что-нибудь эдакое влепит. Но видишь, у него могилы едов не было. По-моему, если не ошибаюсь, капитан Огонек не имеет. Сейчас я проверю. Он, по-моему, не имеет вообще что-то против могил. То есть у него нету могилоедов или там еще что-нибудь. Да, нету у него такой возможности применять. Поэтому, конечно же, он проиграл против моей колоды с, именно с надгробиями. Ну что, теперь попробуем сыграть за... За кого, скажи-ка мне на милость. Да нет. Давай попробуем за... За замеха. Так. Че, ты что ты за... На гаргантюахах каких-то у нас тут сделано на одних. Ну что, давай попробуем этой колодой сыграть разочек. Какая-то она интересная, странная очень. Я уже не помню, когда я ее делал, составлял. Ну. Че так долго-то? Угу, нашли. Блин, ну только не колпак. Эта колода не очень хорошо рулит против колпака. Я бы даже сказал, наверное, совсем не рулит. Блин, я 100% говорю, что у него есть гриб. Супер удар, имею в виду. Так, молния у меня, да? Есть. Оп, двух грибочков пораставил. Будем убивать? Я думаю, что пока не будем. Я знаю, что он сейчас выставит свой гриб. Большой и огромный. Наверняка. Поэтому сделаем вот так. Чего? Чего? Это что такое, ребят? Я, конечно, все понимаю, но какой уровень? 43-й. Интересно. Заморозку он взял. Я вот до сих пор не могу понять, зачем он взял. Зачем он взял заморозку? Бррр, бред какой-то. Ладно, посмотрим. Может быть, я чего-то не знаю. Ну давай я вот так вот сделаю. Опа. Так, и в кого? Сюда, да? До свидания тогда, оба. Ага. Давай я сюда поставлю его, фиксим. Отличная карта выпала. Просто, друзья мои, отличная. Эврика, это пригодится нам. Такой наивный. Ой, какие хорошие, друзья мои, выпали карты нам. Ай, хорошечно. Это понятно. Сейчас, наверное, гриб свой. Или дождик, или гриб. Скорее всего, гриб. Ну, естественно. Ну, так он тупик. Надо было вот сюда ставить. Ладно, фиг с ним. То есть он сейчас не сходит. А, вот. Вот он что делает.
Так. Ну, давай я сделаю вот так вот. Теперь вот так. И вот так. А зачем мне это сделать? Кого я тут собираюсь прокачивать? Прокачивать-то никого. Хотя вот его. Пока все. Так, ну на этого валун тратим. Конфетка сколько дает? 1+3. Нам этого хватит. Тынц, тынц, тынц. И дальше пошла прокачка. О, да. Ладно, я рискну. Я рискну. Я не зря, ребята, рискнул, потому что, ну, тут уже победа. Все, он сдался. Если честно, я так и не понял, что у него за колода. И грибы, и... не знаю. Возможно, что-то пошло не так, что-то... у него должна была быть колода, но она пошла... как тебе объяснить это? В разнобойку. Бывает такое, да, когда ты ждешь определенную комбинацию, она тебе не выпадает, и тебе просто выходит... приходится сбрасывать то, что ты бы не хотел бы. Здесь что-то вот из этого ряда получилось у него. Ну что, давай еще один поединочек сыграем, заключительный. Попробуем сыграть за разгромы. Пытался я тут создать колоду на гаргантюахах. Сейчас посмотрим, где она именно находится, эта колода. Вторая, что ли? Да, получается, это вот она. Но здесь я кое-что хочу убрать. Вот, например, вот этого убрать. И, например, вот этого. Добавить... где у нас этот профессор-то? Вот он. Добавить еще одного профессора. Наверное, уберем вот так вот. Блин. Вот это вот зачем мне? Я, наверное, уберу. Ландшафтов у меня нету здесь, да? Ландшафтов вообще ни одного ландшафта, поэтому... а, подожди, подожди, подожди. Лучше, наверное, вот этого возьмем. И вот этого. Ну, не знаю, ребят. Давай посмотрим. Когда в последний раз играл я за вот эту колоду, ну, было довольно неплохо. Прикольно. Может быть, мне везло. Потому что двух профессоров, которые... гаргантологи их звать, которые вызывают гаргантюах, ну, очень тяжело их сохранить, тем более на первых порах. Чтобы дождаться, когда можно призвать гаргантюаху. Ну, и, естественно, когда вот этого парня ставишь, тут, ребят, перелом идет очень... очень существенный. Посмотрим. Так, а насколько он там? На 3? А, на 2 меньше. Ну, видишь, он протратился уже. На 2, да? То есть, если я поставлю 2, маловато будет. Грибы. Так, по-моему, он собирается на прочерках сыграть. Давай сюда поставлю. Вот я тебе об этом говорил, что очень тяжело. Что очень тяжело сохранить их. Блин, беда-то, а?
Сейчас, неужели еще будет фруктовый микс у тебя, парень? На прочерках он все-таки решил, ребят, отыграться. Блин. Хилочка. Два и два. Ну давай так вот сделаем. Так, ну тут можно, наверное, любого, я так понимаю, да? И этого можно подтянуть. Надо было не так делать. Надо было не так делать, Рейчик, ё-моё. Надо было вот этого подтянуть. Ай, поздно, поздно похватился. Ладно, фиг с ним. Ну как фиг с ним? Не фиг с ним, блин. Камон! Камон! И камон. Так, ну защитка-то у нас сработает однозначно. Блин. Так, что у нас тут? Отлично. Так, его выкидываем отсюда. Он прибегает. А мне крышка, что ли, сейчас? Я так вот сделаю. Да вы достали, а? Че, у него все, что ли, с прочерками? Эх, не получается, да? Или получается? Неужели у него сработает защита? Фу! Эх, ребята, чуть-чуть не хватило. Но я тебе говорю, гаргантолог, если погибает, все, ребят, очень тяжело выставить. Очень тяжело успеть выставить всех гаргантюа без гаргантолога. Тем более у меня их всего две штуки. Ну что, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.